эта часть была западным крылом дворца. Прямо в море она выходила. Тоже колоннада здесь, естественно, была. Вот этот, видите, квадрат, прямоугольник, высеченный в стене. Это был бассейн с пресной водой. В те времена не принято было в море купаться, и не умели плавать, и опасно было. Так что царь вот здесь вот нежился в этом бассейне. А там в центре, вот если присмотреться, виден правильной формы камень. Это был пьедестал под какую-то статую. А здесь были его личные покои. Здесь даже баня была небольшая для приближенных. Но и в те времена было всегда принято украшать полы мозаикой. Поэтому мозаика, вот то, что сохранилось с тех времен, она восстановлена. Еще вот сейчас археологи восстанавливают. К сожалению, немного что сохранилось. В бане потом, когда будем в Римских, там тоже фрагментарно сохранилась мозаика. Thank you.